Вообще, очень рада вас видеть в нашествии. Я так понимаю, очередное? Очередное, восьмое подряд. Восьмое. Информацию, вы с 2006 года, да? У вас 10 лет в этом году? 10 лет, программа юбилейная сегодня, да. Я вас поздравляю. Спасибо. Просто лично. Знаете, какой первый вопрос у меня к вам? Почему так поздно на вот, выступление на сегодняшнем нашествии? Ну, на самом деле, у нас была давняя мечта. Это мечта уже многих лет, выступить ночью. Вот. То есть, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вообще, мы об этом мечтали. И наше радио, и организаторы сделали нам такой подарок на десятилетие. И исполнили вот одну нашу мечту такую заветную. Ну, вы от ночного выступления что ждете? Ну, море драйва ждем. Море драйва. Вот. Здесь, конечно, стоит постараться. Ответственность большая завершать сегодняшний день. Вот, работать будет только наша сцена. Так что, в общем, да, готовимся. Сразу после Ленинграда выступать, да? А сет будет большой? Видели просто расписание, 12 песен? Ну, тоже. Около часа, да. То есть это будут это песни? Это будет отрывок, по сути, из этой юбилейной программы «10 лет на крыльях». А вообще сама юбилейная программа, она большая? Ну, ну да, обычно, я думаю, она там будет часа по три, трудно загадывать. Этот концерт ну, уже во многих городах прошел, вот, а, так сказать, основной все-таки будет в Питере, наверное, это логично, в декабре месяце в концертном зале «Аврора». В декабре? Да, мы объедем уже, постараемся по максимуму все города нашей необъятной родины и завершим красиво это все в Петербурге. То есть у вас часть тут уже как бы позади? Да, часть весенняя позади, да, осталась осенняя. То есть летом у вас фестиваль получается? Да, да, летом фестивале, конечно. Летом мы отрывок из этой программы представляем на фестивале. А фестивали, вот нашествия, а еще будут какие-то у вас, да? Где, возможно, еще увидеть? Ну, конечно, у нас тут небольшой перерыв, там буквально неделю. И потом мы едем на фестиваль в Омут с головой в Московскую область. Потом сразу же оттуда на фестиваль «Паркфест» в Уфу. Потом фестиваль в Екатеринбурге. Потом опять в Питере «Живой». Ну, в общем, там очень много всего. Много. Вы я питерская сейчас не команда, да? Мы питерская команда с тульскими корнями. С тульскими? Конечно. А это все же музыканты как бы? Или я и гитарист Сережа. 10 лет назад группа образовалась в Туле. Я читала, что вы втроем, по-моему, в 2000... В конце 2008 года мы переехали, я и два еще музыканта тульского периода переехали в Питер. Но эти ребята уже со мной не играют по разным причинам. Время идет, в общем. Много было нюансов. Вот. Но, тем не менее, группа живет. А вы в данном составе давно существуете? В данном составе, ну, здесь... Стоит отметить, что гитарист и барабанщик со мной уже около 8 лет. Ну, то есть они, то есть они как раз в Питере, да. Вот, они в Питере присоединились после моего переезда. А значит, вот второй гитарист и клавишник Антон и бас-гитарист Сергей Галевский — это новые люди в нашем коллективе. То есть даже полгода еще нет. Так сказать, мы обновляемся и расширяемся в честь десятилетия. Большие стали. Вячеслав, такой вопрос. А то, что у вас активная гастрольная деятельность, да, то есть у вас как близкие-то относятся, как они? Ну, я понимаю, что они привыкли. Ну, вот. У вас, например, близкие. Жена с нами ездит. Ну, то есть, как она вы... ездила, но просто, ну, не то, что устала. 9 месяцев назад у нас огромное счастье произошло, родился сынок, поэтому сейчас она больше с ним, но душой и телом они всегда рядом. Поздравляю вас. 9 месяцев уже? 9 месяцев, да, 12 числа будет, через 4 дня 9 месяцев. Для вас особая радость домой возвращаться после гостей? Конечно, конечно, лечу сразу на крыльях. А вот сегодня вот выступление, вот вы народ, пол второго ночи, ну как бы, наверное, кто-то пойдет отдыхать? Я, чтобы вы знали, для меня это 13-е нашествие. То есть, да, 5 раз я ездил просто с палаткой в студенческие годы, да, вот, с палаткой и со спиртом. Вот, и 8-й раз, и 8-й раз я уже здесь как участник. Поэтому для меня это 13-е нашествие, и я такой матерый боец, я знаю, что в пятницу уж точно никто спать не ложится, но не надо меня обманывать. Ну, в пятницу все приезжают, и всю ночь они, вот им нужен кураж. Завтра, возможно, они в это время будут спать, но точно не сегодня. Понятно. Тем более мы сейчас ехали, видели, в каких пробках стоят люди. Это же ужас. Там мы 3 часа добирались. 3 часа стояли вот здесь уже в пробке. Поэтому я думаю, что эти люди на радости, что они наконец-то сюда добрались, с удовольствием придут послушают. Ну, во всяком случае, мы надеемся, а там что загадывать, как получится потом. Мы
обязательно вас поддержим. Вот. На уже хорошо, два человека есть. Понятно. И, собственно, как бы я уже закругляюсь, потому что, наверное, много. Я вам желаю сегодня хорошего выступления. Мы будем за вас болеть, поддерживать, и чтобы как бы много народу пришло. Вашему сыну как назвали? Александр Вячеславович. Александру здоровья, чтобы рос большим, сильным. Спасибо вам большое тогда. Спасибо.